Всем привет! Вы на канале Denbest. Сегодня приготовим вкусный сладкий перец на зиму. Рецепт простой и уже проверенный. Закрываем не один год. Это вкусно. Поехали! Сладкий перец здесь у нас 2,5 килограмма. Нарезали вот на 4 части вот такие вот. Теперь добавляем 120 грамм сахара. Добавляем 150 грамм растительного масла. 150 грамм уксуса и добавляем столовую ложку соли, это примерно 30 грамм. Добавляем по 7 горошин черного и душистого перца и гвоздики 7 штучек и головку чеснока примерно зубков 7. Нарезаем просто произвольно на разные кусочки. Все это мы сложили в вот такую вот кастрюлю, в которой будем это все варить. Все перемешали и заливаем кипятком, кипятка пол-литра. Теперь ставим на огонь и после закипания будем варить 5-6 минут. Варим на среднем огне и в течение этого времени 2-3 раза нужно будет помешивать, перемешивать. Ну вот и все, разложили перец в стерилизованные уже баночки пол-литровые, то есть из 2,5 килограмм получилось вот 6 пол-литровых баночек. Перец вот такой вот красивый и получается вкусный, ароматный, то есть обязательно попробуйте. Делаем так уже не один год, всем нравится и постоянно делаем. В общем, на этом, друзья, все, всем спасибо, кто досмотрел, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ну и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем приятного аппетита, до новых встреч!